Сейчас я увижу, что запись включена. Именно эту программу, которая у нас есть в компании, компания Inclusis, быстрый старт за 90 дней. Вам ее нужно брать, друзья мои, за цель. Не только для новичков, но еще и для старичков. Ну, например, я сейчас объясню, почему, как это работает. В 2017 году у меня был застой в бизнесе. И когда я прописывала цели, писала цифры, а цель это у нас что? Это четкое понимание, когда эта цель у вас будет зафиналена, да, когда она будет выполнена. То есть это четкое понимание, какой, возможно, это будет товарооборот, смотря какую цель вы ставите, сколько людей у вас в первой линии, сколько у вас новичков в первой линии, да, это вот то, что нам с вами нужно составить. И когда на тот момент я не понимала, почему у меня не растет команда, тогда программа «Быстрый старт», она была 60 дней. И за 60 дней нужно было сделать 30 человек. И я с восхищением смотрела на людей, когда Майкл выставлял в чат вот истории вот этих успешных людей, делающих программу «Быстрый старт» за месяц, за там, 25 дней. Я даже помню, кто-то сделал за 10 дней, кто-то сделал еще за более короткий срок. И я просто сидела и думала, ну как же это получается, да, у людей, вот каким образом? Как это получается? У меня всегда был вопрос, как? И тогда я взяла, уже будучи в ранге сеньора маркетинг-директора, эту программу «Быстрый старт» за основу своей цели, потому что четкого видения не было, куда дальше идти и как увеличивать товарооборот команды и как увеличивать количество партнеров в команде. Расписала себе эту программу. Тогда она была 60 дней. Вы, то есть, друзья мои, я вас всех прошу заходить в комнату, обязательно в комнату, под именем и фамилией. Вот это будет правильно. Тогда я буду видеть, кто у нас в комнате, потому что сегодня у нас командная встреча только для партнеров. Так вот, друзья, и тогда я для себя распланировала эту программу «Быстрый старт» за 60 дней, 30 человек за 2 месяца. И как было мне приятно, когда после завершения первого месяца моя команда увеличилась на 15 человек. Это тогда, вот еще как бы, да, в 2017 году. 2017 год, он был такой у меня, ну, не очень результативный. И сейчас каждый из вас, то, что мы будем с вами сейчас говорить, анализировать, возможно, вы сейчас будете задавать вопросы. Вот все старички, кто уже есть и кто уже не попал в программу «Быстрый старт», я вам тоже предлагаю взять программу «Быстрый старт», которая есть у нас за 90 дней. Конечно, вы не получите никаких бонусов, но зато вы получите прирост партнеров в своей команде. Итак, друзья, напоминаю, что программа «Быстрый старт» – это не только получение денег, быстро и много заработать за короткий срок. Здесь еще идет ориентир, что человек, включившийся в эту программу, быстро начинает развиваться, начинает все быстро схватывать, понимать. Он просто дает информацию каждому человеку для того, чтобы отработать свои какие-то приглашения, а поначалу эти приглашения будут корявые. И, соответственно, когда мы такому новичку сразу говорим, слушай, есть программа «Быстрый старт», 90 дней, у тебя есть возможность уже через 90 дней заработать штуку баксов. Как тебе эта программа? Тебе это интересно? И что нужно делать, он спросит, да? В первую очередь, что нужно делать? Потому что не в каждом сетевом бизнесе человек может через 3 месяца выйти на штуку долларов. И, конечно, мы всегда говорим, знаешь, зачем тебе это надо? И тогда уже наши аргументы, потому что мы с вами уже прошли определенный путь,
и мы начинаем до человека доносить, что нужно делать, чтобы начать эту программу. Во-первых, вам нужно найти как минимум 10 причин, для чего вам нужна программа «Быстрый старт». Для чего? Лично для вас, пусть вы даже еще и новичок, не новичок, допустим, да, лично для новичка. Дальше. Предложить новичку какие-то свои примеры, кто уже сделал программу «Быстрый старт» в компании, за сколько дней и сколько человек заработал, и каких промоушенах он участвовал, и на каких событиях он был благодаря тому, что он сделал программу «Быстрый старт», и какое признание идет от нашего президента и от нашей компании. Этот партнер, новичок, он должен принять решение быстро. Либо он участвует в этой программе и становится ключевым партнером вашей команды. Друзья, вот здесь слово «ключевое» – это важно, потому что если вы будете размениваться на каждого человека, но он ничего не будет делать, он будет постоянно искать причины, он все время будет искать отмазки, что он ничего не делает, у него все время найдутся какие-то доводы, почему у него не получается, и у него будет постоянно, ой, я научи, а может быть тебе меня вот так научить, а может быть тебе вот еще вот такую школу провести, а может быть тебе еще что-то надо сделать, понимаете, он все время будет у вас чего-то спрашивать, как у спонсора. Ему все время чего-то не хватает. Нет, друзья, такие люди не будут участвовать в программе «Быстрый старт». Это не ключевой человек. Понимаете, вот человек, участвующий в программе, он фокусируется сразу. Да, я хочу. Да, мне нужна четкая цель. Какая это цель? Что это за программа? И тут вы составляете с ним план с четкими пошаговыми действиями. Именно план первый, план второй и план третий. Даже если, как говорится, у него на окончании этой программы ничего не получится, друзья мои, но во всяком случае у него был фокус на результат, он понимал, что делал, он провел море презентаций, он получил море отказов, он, может быть, даже пригласил двоих, троих, четверых в свою команду, он составил уже свой маленький фундамент для роста своего бизнеса, то есть он начал действовать. Понимаете, вот что нужно делать, когда к вам приходят новички? То есть если вы видите, что это человек горящий, голодный до бизнеса, голодный до денег, вам обязательно нужно ему рассказать о программе «Быстрый старт». Как часто мы, конечно, делаем ошибки, когда мы решаем за людей, и мы думаем, а, он не сделает, а он, ой, господи, там двух слов связать не может. Значит, надо научить. Значит, надо научить. И обязательно, друзья мои, сказать ему, какими качествами должен обладать человек, который делает эту программу, да, вот я, например, для себя прописала эти 5 качеств. Вы можете для себя прописать, можете прямо вот сейчас взять ручку и сделать как бы такую себе заметку с этой школы, какие 5 качеств должны быть у вашего партнера, выполняющего программу «Быстрый старт». Конечно, это первое, действующие быстро, не раздумывая, и не вникая ни во что, а просто безбашенно давая информацию о клубе, да, при этом послушав одну презентацию, вторую презентацию, при этом он взаимодействует со спонсором, все время с ним на созвоне, все время задает какие-то вопросы, все время ему что-то от него надо, от спонсора, а не так, что спонсор вам звонит и говорит, что ты сегодня делал, какие действия ты сегодня сделал, а вот тебе надо было вот это, а тебе вот надо было вот это. Понимаете, вы должны сами взаимодействовать со спонсором. Дальше, целеустремленный, у вас должны быть четкие цели. Цель вот именно по этой программе. У вас обязательно должен быть свой собственный план. Умение парировать возражения, которые у вас уже будут складываться, друзья. То есть даже если эти возражения, их будет много-много-много-много, я сама через это все прошла, все равно это здорово. Потому что вы их так отработаете до автоматизма, что вам уже не будут интересны люди, которые дают вам эти возражения.
И вам они будут уже казаться странными, потому что все, что уже отработано, да, по возражениям, это уже действительно, ну, работает. Тогда в 16-м году, в 17-м году было сложнее, потому что тогда не было и языков других, да, только английский, тогда были ролики только у нас Ирины Аронис, презентации Ольги Вниченко, и у нас был один общий чат, и мы спрашивали, да, как вот на это возражение отвечать, а как вот на это, и было на самом деле не очень легко. Ну и самый важный фактор вот у вашего партнера, который делает программу «Быстрый старт», он должен уметь говорить. Правильно говорить, правильно. Что я рекомендую для того, чтобы правильно говорить? Вам нужно вести, начинать презентации. Презентации онлайн, пусть даже пока в вебинарных комнатах, которые у вас есть на 3 человека. Соберите двух партнеров, загрузите свою презентацию, проведите презентацию, запишите на диктофон, отработайте ее до автоматизма, чтобы у вас прямо презентация лилась рекой. Научитесь правильно говорить. Наш бизнес информационный. И то же самое вы доносите до наших участников программы «Быстрый старт». И ну, саморазвитие, самообразование никто не отменял. Берете какие-то тренинги, берете встречи либо со спонсором, либо берете платные тренинги. Например, за последнее время, несмотря на то, что я уже как бы лидер компании, да, я прошла тренинг «Эксперт MLM», я прохожу тренинг «Лидерский прорыв», я участвую в бизнес-игре «Ни дня без результата», я взяла тренинг «Масштаб», это по рекламе Facebook и Instagram. То есть, да, очень много сейчас у меня задач, которые нужно сделать. Но еще при этом я приглашаю людей в бизнес, обязательно с каждым стараюсь встретиться, если есть при этом необходимость. И самое важное, что я продолжаю вести вебинары, как это было у меня с 2017 года. Я веду вебинары, онлайн-презентации. И вот сейчас, благодаря вам, я начала вести какие-то школы, потому что есть определенный багаж знаний, и мне нужно до вас донести. Поэтому что нужно делать? Вот примерный план, вы должны его иметь. Что нужно сделать партнеру, чтобы обязательно начать действовать и участвовать в программе «Быстрый старт». Дальше. Зачем вам нужна эта программа «Быстрого старта»? Это проявит у вас вашу максимальную активность за короткий промежуток времени. Да? Вы увидите, насколько вы сами быстро и четко выполняете какие-то задачи, потому что программа дается на 90 дней, и не такое уж большое количество людей нужно пригласить за эти 3 месяца, всего лишь 30 человек. Опять же, у вас должно быть видение четкой цели, и ваш фокус будет опять на результат, а не на процесс. Да? Вы думаете о том, как за 90 дней вам достичь результата программы «Быстрого старта» и получить все соответствующие вознаграждения. Дальше. Заработать быстро деньги. Зачем вам эта программа, друзья? Кто пришел сюда за деньгами в Инклузис? Вот новички, кто есть, и не новички тоже. Поставьте 5. Кто пришел сюда за деньгами? Я пришла за деньгами, а вы? Поставьте, не постесняйтесь, это нормально. Это нормально, мы хотим с вами жить лучше, путешествовать по миру и радоваться жизни. Вот, раз мы пришли сюда, друзья, за деньгами, тогда вам нужно фокусироваться на результат. Процесс, он всегда у вас будет, если будет фокус на результат. Вы всегда сможете заработать деньги, неважно в какой компании, если будете понимать, к чему вы идете, какая у вас цель. Затем, что дает вам программа «Быстрый старт»? Ну, знаете, это мои как бы пункты. Вы-то можете написать еще, видите, в конце троеточие, вы-то можете написать еще несколько пунктов. Зачем вам нужна программа «Это быстрый старт»?
Зачем нужна программа именно для ваших новичков, эта программа «Быстрый старт»? А то получается, что мы человека завели, сказали, а у нас есть там программа «Быстрый старт», там за 90 дней надо 30 человек пригласить, но я не знаю, получится у тебя, не получится. Хочешь, вот посмотри, вот эта программа в документах, в ресурсы документы, либо отправим файл, и все. Ну, а человек, кандидат наш думает, ну, раз спонсор на этом не, с, как бы не сконцентрировался, ну, значит, она мне, эта программа не нужна. Нет, покажите, зачем она ему нужна. Как, даже если вы ее не выполните, хотя бы выйти на безоплатное членство. Но 5-то человек сделать надо. Ну, 5 человек надо сделать за 3 месяца. И получить 200 круизных долларов на свой собственный отпуск, друзья. На свой собственный отпуск, да, 200 долларов. Почему не делаем? Почему не делаем и не доносим до людей? А потому что сами не делаем и людям об этом не говорим. Всегда, когда спонсор, наставник, да, или там, ну, хоть кто, показывает своим примером, что я сам, посмотри, я сделал, я сама лично сделала бесплатное членство за месяц. Для меня это вот, ну, вот такой срок был. И я говорю, что я за месяц это сделала, значит, и вы сможете это сделать. Но тогда в 2016 году это было сложнее сделать, чем сейчас, в 2019 году, когда уже все есть в компании для того, чтобы сделать бесплатное членство, друзья. Ну и важный момент – начать делать товарооборот в команде. Вы поймите, если у вас нет товарооборота… Сейчас, минутку, 2 секунды. Олеж, я уже дома, я провожу школу. Все, я дома. Начать делать товарооборот в команде. Что такое товарооборот? Кто мне может ответить? Кто бывает на моих партнерских встречах? Что такое товарооборот? Быстренько напишите мне, что такое товарооборот. Товарооборот в команде. Деньги, правильно, Олесь? Товарооборот равно деньги, друзья. И если вы поставили цель, что вам нужно в команду пригласить 30 партнеров, они прописали, какой товарооборот у вас должен быть от 30 партнеров, и вы не видите цифр, то тогда вы все, что угодно прописали, но только не получение ваших денег, потому что товарооборот равно деньги. И каждый раз я всем вам рекомендую, каждое утро, 1 числа, заходить в платежи, компенсации, лидерский бонус. И если у вас там стоят нули в вашем товарообороте, либо стоят, ну, не быстро растущий товарооборот, то я вам могу сказать, что вы занимаетесь чем угодно, но только не бизнесом. Да, это жестко, но это так. Потому что тогда, когда в 2017 году была такая ситуация, и я видела, что мой товарооборот был на нуле, вот именно в тот момент у меня пришла абсолютно, знаете, такое состояние просто уйти в другой бизнес. Вот тогда это было. Благо, мне... попался очень хороший тренинг, да, Константина Данилова. Тогда еще я зашла к нему и прочитала, да, что можно обучаться у него. И благодаря этому я начала понимать, у меня нет четко поставленной цели, и я не понимала, куда я шла. Так что, друзья мои, цели прописываем, задачи ставим, планы пишем. Зачем вам нужна программа «Быстрый старт», я надеюсь, вы поняли. Теперь перейдем к самому главному. Как мы можем помочь своему партнеру сделать программу «Быстрый старт»? Надо научить вашего партнера, моего партнера, да, в первой линии, научить
вашего партнера продавать своего спонсора. Продавать своего спонсора. Скажите, пожалуйста, вот вы когда даете информацию людям, вы говорите примеры успешных людей в вашей команде. Например, когда я веду презентацию, либо я общаюсь с людьми, я всегда продаю своего вышестоящего спонсора Наталью Колесникову и Ольгу Рудниченко. И всегда говорю, что Наталья Колесникова сделала за 2 с лишним года вот такой-то чек, вот такое количество людей, у нее столько лидеров. Да, Ольга Рудниченко – это тоже чек номер один в компании, борд-директор. И я всегда, всегда говорю о своих спонсорах. И я говорю о том, что я также двигаюсь в этом направлении, и у меня тоже есть такая цель, как у моих спонсоров, дойти до нужного результата, друзья. Дальше. Создайте информационный пакет для партнера. Все, кто в нашей команде, те знают, что такое информационный пакет. Он у вас должен стоять на рабочем столе. Он у вас должен пополняться каждый раз теми роликами, которыми, либо информацией, которую вы должны передать партнеру. Этот информационный пакет, во-первых, сэкономит ваше время. Во-вторых, вы можете порекомендовать его полностью изучить вашему партнеру в свободное от, как бы, да, от ваших взаимодействий время, потому что не всегда получается взаимодействовать, да, со спонсором, либо он занят, либо вы заняты, либо у вас там вторая работа, либо вам некогда, либо у вас дети. То есть информационный пакет – это тот инструмент, который поможет вашему партнеру стартовать в программе «Быстрый старт». Научите своего партнера делать приглашение, от которого невозможно отказаться. Научите, если сами не умеете, значит, вам нужно походить на тренировки к своим партнерам, к своим спонсорам, научиться это делать, выучить до автоматизма, и только тогда вы учите своих партнеров. И если вы сами этого не умеете делать, то тогда чему вы можете научить своих партнеров? То есть, понимаете, все взаимодействует. Частенько я слышу такие вещи. Ой, я работала со своим партнером, я там работала, работала с утра до вечера, там вот мы вот все работали, работали. Неделя проходит, вторая проходит, третья проходит, четвертая месяц проходит. Результата нет ни у того человека, ни у того партнера, с кем он работал. Что вы там работу работаете, какую работу работаете, я вообще ничего не понимаю. Наша задача – давать информацию в правильном месте и в нужном месте. И правильную информацию, и не преувеличивать. Самое главное. Вот этому вас нужно научить, вам нужно научить вашего партнера. Не надо с ним работать, все за вас уже сделали. Информационный пакет уже есть, вы ему передали, сказали, изучи информационный пакет, сколько дней тебе понадобится для того, чтобы ты это все уже получил для своей головы, и уже нужно начинать действовать. Не нужно лезть в дебри, друзья. Как правило, мы сразу бежим в интернет, начинаем что-то искать, да, какие-то курсы. Нам надо быстрее, чтобы к нам люди притягивались, нам надо рекламу запустить, деньги потратить. Отработайте вы людей, которые вас окружают в вашем списке. Да, это банально, список 100, но хотя бы вы научитесь делать на этом списке нужные и правильные вещи, друзья. Дальше поехали. Делайте презентацию онлайн в своем офисе. Регулярно для партнеров, для своих новичков. Ни на кого не рассчитывайте. Это ваш бизнес. Делайте презентации онлайн, если не можете, если нет офиса. В нашей комнате прекрасно на бесплатной основе можно провести презентацию для 2 человек. Собрали 2 человека, загрузили наши слайды. Да что их загружать, они загружены. И делайте презентацию своим людям, вам даже скайп не надо. Ссылочку отправили, все, пожалуйста. Делайте это регулярно. Опять же, отрабатывайте эти презентации до автомата, чтобы вас могли ночью разбудить, и вы могли эту презентацию выдать за 15, там, да, 10 минут. Показать партнеру, что нужно действовать систематически. Смотрите, да, из чего складывается успех. Успех
это ежедневно повторяющиеся действия, ведущие вас к результату. Собственный пример. Сначала делаете вы, и если вы получили результат, вы уже доносите это до своего партнера. И только собственным примером, а не так. Ты давай пошли, ты давай делай программу «Быстрый старт», ты принесешь в команду 30 человек, а я пойду покурю бамбук. Нет, друзья мои. Поэтому собственным примером сначала вы показали, как это было, как это у вас получилось, потом, соответственно, показали партнеру. Так, дальше. Убедите вашего партнера посещать все вебинары, презентации только со своими гостями. Не нужно ходить одному, надо приходить, конечно, на презентации самому лично, но не нужно ходить одному. Пришли сами, пригласили человека. Пришли сами, пока не пригласите, пока не найдете человека, не приходите на презентацию. Вот тогда у вас будет мотивация. То есть вы должны этому научить своего партнера. Ну и рекомендовать, конечно, самообразовываться и обязательно самообразовываться в плане обращения, да, то есть относительно каких-то вот технических моментов с персональным компьютером. Сейчас практически все у нас есть, вы зашли в Google, погуглили, как сделать одно, как сделать другое, как скопировать, то есть все в Google есть, Google вам в помощь. Вроде бы казалось все очень просто, да, но почему-то не все делают программу «Быстрый старт», не все ее выполняют, поэтому я всем старичкам рекомендую взять за основу, да, за основу прироста партнеров компании программу «Быстрый старт». Да, вы не получите штуку баксов, да, вы не начнете, ну, как бы не будете... Вы маркетинг-директором можете стать, кстати, да, если вы берете за основу эту программу, потому что за 90 дней у вас будет что? У вас будет 30 партнеров, 30 членов клуба и либо 30 партнеров в команду, да, либо 30 на 295 вы пригласили. То есть в любом случае это рост команды, это рост товарооборота, это рост вашей команды в глубину, и вот как раз с этого момента у вас начнется бизнес. Ну, если вы готовы начать, то начните прямо с 17 числа, дорогие мои, именно с 17 апреля начните делать эту программу «Быстрый старт», даже если вы не новичок. Вы имеете одну цель в течение 90 дней – зарегистрировать 30 членов клуба в команду и 30 партнеров – и получить звание маркетинг-директор. Отличная мотивация, правильно? То есть товарооборот за 90 дней, друзья, не за месяц. Мы сейчас говорим о большом, да, промежутке времени. 90 дней составляет 3000 долларов от общего товарооборота команды за месяц. То есть это ваш личный товарооборот. Поставьте, пожалуйста, десятки, кто 17 апреля начнет программу «Быстрый старт»? Мы сейчас будем ее рассматривать. Пожалуйста, поставьте десятки. Вот у кого, у новичков идет программа, вы ее продолжаете делать, друзья. Вы ее продолжаете делать. У вас в кабинете платежи, компенсации, награды стоит счетчик. Стоит счетчик. Какое количество партнеров у вас уже есть в команде, исходя из этого составляете четкий план по достижению программы этой цели быстрого старта. Отлично, отлично, друзья. Опять же, не все поставили десятки, да, потому что это действительно работа, это бизнес, это голова, это мышление, это фокус, это регулярные действия. Хорошо, поехали дальше. Поехали дальше. Что же нужно сделать всем, кто стартует программу «Быстрый старт»? Кто будет стартовать, кто будет делиться со своими партнерами? Если вы сделаете это, то и вам легко
обязательно легко будет вам доносить это до ваших партнеров. Еще раз говорю, собственный пример. Вы можете зарабатывать, да, но если, конечно, вы идеально приглашаете, но, как правило, у нас приглашают всего 20% в команде, почему-то другие что-то делают, да, делают, но у них что-то не получается. Кстати, по этому поводу надо обязательно провести анализ со своим спонсором, а может быть, самим просто сесть проанализировать, как это делается. Берете, допустим, неделю, просматриваете ежедневник, ваши планы, смотрите отчеты, сколько вы встреч провели, как прошла ваша встреча, сколько вы денег заработали каждый день, сколько у вас людей, потенциальных кандидатов пришло, допустим, с сетевого бизнеса, с соцсетей, кто-то пришел у вас с офлайн, да, с земли, я имею в виду. Что вы сделали для того, чтобы был приток ваших людей, и если у вас везде будет 0-0, либо нет, либо нет кандидатов, нет встреч, нет звонков, нет, так что еще, нет вторых встреч, нет, вообще ничего нет, все. Вы сами видите, что у вас просто полное бездействие. Поэтому приглашаете 5 человек, да, то есть это, ну, идеальный вариант, получаете мгновенные бонусы, 50, 60, 70, 80, может быть, они у вас будут там по 2, по 3 человека. Я знаю, что за неделю у нас люди приглашают, да, и по 30 человек. Я, кстати, тоже по этому поводу очень даже реально, да, восхищаюсь и думаю, как это можно пригласить за неделю 30 человек. Но если делают это партнеры, значит, просто мы чего-то не знаем, а может быть, у нас просто недостаточно действий. Дальше мы с вами участвуем и зарабатываем продюсер бонус 250 круизных долларов. Затем, после того, как вот самое главное, вот теперь внимание, фокус на результат. После того, как пройдет ваша программа «Быстрый старт 90 дней», за это время вы сформируете команду, у вас достигнется ранг маркетинг-директора за 90 дней, может быть, меньше. Вы получите гарантированно 2 уровня пассивного дохода, даже если у вас нет бесплатников. Это у тех, кто стартанет, старички, да, те уже, которые проспали эту программу «Быстрый старт». А новички по окончании этой программы, помимо ранга и гарантированного пассивного дохода, еще получат 700 долларов. Специальный бонус быстрого старта за достижение ранга маркетинг-директора. Ну, друзья мои, неужели нельзя за 3 месяца включить пропеллер и начать приглашать людей, чтобы через 3 месяца получить штуку баксов? Или, может быть, 1000 долларов для вас уже не деньги? Я не знаю. Для меня это деньги. Для россиян это 65 тысяч. У нас в России такие деньги зарабатывают только, может, предприниматели и, может быть, какие-то очень такие специалисты. Да? Вообще простому работнику таких денег реально не заработают. Вот это фокус на результат. То есть фокус у вас есть, вам нужно выстроить процесс. То есть вы не просто фокусируетесь, да, что вам вот не надо вот это провести, вот это провести, вот это. Да, вам это надо. Но у вас в первую очередь, вы просматриваете, да, 30 человек, что мне нужно сделать? И вы четко держите в голове, что мне нужно делать, зачем мне это надо? И если даже у вас что-то не получается и падает мотивация, не надо звонить спонсору и говорить: ой, что-то у меня вдохновение пропало, ой, что-то мне ничего не получается, ой, что-то ко мне люди не идут, ой, ну ладно, пусть оно как вот идет, так и идет, мои люди ко мне придут, и вот у вас все люди идут, и время проходит, и все идут, и еще будут идти. Год-два, они все будут идти, пока у вас не будет фокуса на то, чего вы хотите получить, друзья мои.
Да, смешно, может быть, кому-то, да, может быть, кто-то скажет, ну, Венера в своем репертуаре, но, друзья мои, ну, это правда. Реально просто, ну, нужно что-то делать с этим, чтобы и у вас это получалось, и у ваших партнеров обязательно это получалось. А, как выводятся деньги? Для новичков говорю, вам нужно всем активировать учетные записи в платежных системах. Я знаю, что у многих новичков еще даже не создан кошелек. Пожалуйста, создайте кошельки, помогите себе и помогите вашим партнерам в команде. Не надо это перекладывать на вышестоящего спонсора. Это ваш бизнес, это ваши партнеры, это ваши будущие деньги и товарооборот. Пожалуйста, делайте свой бизнес правильно. Когда у вас будут кошельки, а если у вас кошельков нет, то, соответственно, деньги не знают, куда идти, потому что кошелька-то нет. Они придут, конечно, к вам, может быть, в кабинет, но и то не придут, потому что нет кошелька. Понимаете, да, о чем я? То, соответственно, вы можете вывести сразу свой бонус $300, который у вас образуется через 90 дней, и дополнительные $700 спецбонус быстрого старта наличными на карту. Так, я остановила запись.